Хотя в тренировке Фройнд был очень хорош. Посмотрим, чем ответит Петер Прэтт. Такой мощный уход со стола отрыва. Какой полет! Шикарно! Так, аккуратненько. Перестраховался Прэтт. Решил не показывать тут никакого телемарка. 142 метра. Не долетает 1 метр до рекорда трамплина, который принадлежит... Принадлежит тут Микаэлю Хайбеку. Да, на этом трамплине, если летишь за хиллсайз, то нужно быть очень аккуратным. Приземляться крайне непросто.